Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в самую чудесную, прекрасную, безумную, дуримондовскую, идиотскую, но в то время смешную рубрику «Жизнь ютубера». И в этой серии последний день. Завтра я должен дать ответ мэру, что же я с ним делаю. Ну, конечно же, мы прекрасно знаем, что я ни черта с ним делать не буду, но зато в этой серии у нас есть с вами несколько самых конечных планов, которые мы должны осуществить. В первую очередь, я пообещал, да, здорово, Костянчик, здорово, чё, как, нормально дежуриться, нормально? Штаны ты так и не надел, штаны где? Где штаны? Понимаешь, придет проверка, посадят тебя к чёртовой бабушке, скажут, охранник какой-то извращуга сидит без штанов. Мелкий! Мелкий, готов пиццу, готов мелкий, готов пиццу, готов гамбургеры, готов кока-колу, готов кофе, готов все, что только можно, сейчас придет эта да. Успокойся, пожалуйста, да. Я ему сказал то, что я не буду ни с кем на свиданку идти. Ребят, это не свидание, вы понимаете, то, что это только в целях того, чтобы эта мадмуазелля выложила вот этот компромат в прямой эфир завтрашнего дня. Потому что именно завтра я планирую уже свергнуть этого мэра с его престола. Мелкий, ну не обижал, ну ты понимаешь, мелкий. Да, я знаю то, что Катя узнает. Я знаю то, что 100% ей кто-то уже на меня нажаловался. Фиг там кого-то просить можно, да, мол, ребята, не говорите, пожалуйста, Катя. Ага, сразу бегу, сразу жалуются в Инстаграме. Мелкий, повернись сюда. Мелкий, ну не обижайся ты. Да никто ничего не узнает, то никому ничего не сделает. Я просто дам ей компромат, она выложит его на свой сраный телеканал, и все, мы покончим с мэром. Короче, разогревай пиццу. Так, сейчас, один стул, второй стул, третий стул. Нужно прям огромный такой промежуток, знаете, сделать. Вот, то есть, раз, два, три. Она будет сидеть где-то вот здесь, я буду сидеть здесь. Я не хочу рядом с ней сидеть, извините, пожалуйста, меня. Она какая-то немножечко извращуга. Так, она вот здесь, я вот здесь. Анжелика, разрешите поцеловать вам ручку. Это цветы тебе, Анжелика, это тебе цветы. Такие же прекрасные, такие же вонючие, ну, в смысле, пахнючие розы. Такие же красивые, как и ты. Как у меня дела? Да потихонечку, присаживайся, Анжелика. Анжелика, иди сюда, вот твой стул, присаживайся, присаживайся. Да, вот сиди. Мелкий, не сичай. В общем, Анжелика! Наконец-то решился на свидание. Да, я долго думал. Да, спасибо большое, мелкий. Иди разогревай пиццу. Я долго думал. Подожди, Анжелика, пожалуйста, подожди секундочку. Мне тут нужно сказать что-то подписчикам. Ребят, если вы не видели предыдущую серию, если вы не знаете, почему я вообще с этой мадамой пошел на свидание, подсказочка, нажми, пожалуйста, не будь жопой Кинг-Конга, я на такие жертвы иду, что... Анжелика, давай приступим, в принципе, к нашему разговору. В общем, у меня есть компромат. Этот компромат нужно запустить в прямой эфир завтра в прямой эфир в 12 часов. Ровно в 12 часов обедом запустить в прямой эфир, чтобы все жители нашего города узнали, кто вообще является мэр на самом деле. А дано ли ты хочешь сына? Анжелика, я вообще не хочу детей пока что, мне 23 года. Так, ты будешь хорошим отцом. Спасибо. Подожди, пожалуйста, Анжелика, я пойду на улицу сейчас там. Сюрприз для тебя подготовил. Подожди, мелкий, разогревай пиццу, неси пиццу быстренько. Пиццу неси, подожди, дай пиццу Анжелике, сейчас я приду. Ёханый бабай, план Б. Костя, иди сюда, выйди на улицу. Разогревай пиццу, мелкий! Костя, иди сюда. Короче, план Б. Эта мадама, я честно не знаю, на что она способна, но чувствует моя пятая точка, точка G, прям чешется, знаешь, так сильно чешется, то, что сегодня все пойдет по одному месту, именно по этой точке. А если вкратце будет... Опа! Без G. Смотри, на тебе калаш. Бери калаш и бери еще два магазина. Если дела зайдут, ну, немножечко далеко, если она прям ко мне начнет лезть, знаешь, клеится прям, я заору, мол, Костя! И ты сразу же забежишь и просто зашугаешь ее автоматом, начнешь стрелять везде, где только можно. Понял, Костя? Все, давай, иди, тикай с городу, тикай.
Мелкий неси пиццу, неси пиццу. В общем, Анжелика. Вот Мелкий принес, хочешь сына покажу? Ксюшка, ты заколебался с ним. Это твой сын? Я его знаю, Мелкий. Это... Да, мой сыну... любимый сынуля. Мелкий, подойди сюда, иди сюда. Как... Такой хороший... Да, он очень хороший! Слушай, Мелкий, как ты думаешь, стоит ей горит то, что ем вот этот мелкий сынуля состоит в банде непослушных школьников? Не, не стоит. Ну да, она просто заорет и убежит. Так, да, мы знакомы, мы один или два раза виделись. Вот последний раз мы виделись у меня в магазине. У меня... Вы просто... Вы представьте, я вашему сыночку подарил свой мерч. Вот этот, который сейчас на мне, я подарил его вашему сыночку. Вообще бесплатно. Всего лишь за 20 золотых монет он мне дал, я подарил, да. Бесплатно. Так вот, куда он тратит ваши деньги. На школьные обеды. Спасибо большое. Мелкий, принеси хороший мерч. Вам понравился? Ну вот видите, главное, греет его теплый такой. Мелкий, неси сразу, неси десерт. Сразу десерт неси. Убери это к чертовой бабушке. Пиццу дай, неси десерт. Анжелика, вы почему не кушаете? Пицца на столе стынет. Кушайте, пожалуйста, мне понравилось. Ну, если вам понравился мерч, это значит удачный мерч. Ну что же, я думаю, можем приступать. Конечно, можем приступать. Налегайте, просто налегайте на десерт, вы только пос... Мелкий, отвернись, пожалуйста, тебе на такое смотреть нельзя. Доставай рюмки. Анжелика, что это? Мы не пьем с Мелким, мы не пьем, мы за ПП, питание здоровое, ЗОЖи, Мелкий, мы не пьем. Не пьем, не пьем, Анжелика, ну как бы, я думал, это культурный вечер, вы мне сказали, Мелкий, неси кофе, быстро, быстро, быстро жопу свою понес, жопу чешет очень много, я ему говорю, за кофе бежать, он не бежит, Анжелика, вы мне говорили то, что мы просто кофе попьем, вот Мелкий кофе принес, спасибо большое, Мелкий, ну по чуть-чуть, Анжелика, я вообще не пью, я в спортзал хожу, я, извините, пожалуйста, я не пью, поэтому, да, давайте приступим, так, сейчас, подождите, Анжелика, сейчас, я за рюмками. Короче, мне кажется, то, что дела заходят в одно место. Сейчас я установлю камеру на всякий случай. У меня есть уже план В или план Г, я не знаю. Сиди за камерой, включи камеру. В общем, Анжелика, чай, кофе, полежим. Мелкий, отвернись к чертовой бабушке! Это не для... Анжелика, зачем вы с собой кровать ко мне в ресторан принесли? Тут взрослые дела. Вы мне говорили парк, вы мне говорили кофе попьем, парк, кофе, просто пообщаемся, и вы запустите компромат в прямой эфир, да? Все верно, а здесь у нас дедушкина настойка 70-градусная, и сыну нужен отец, и кровать в моем ресторане. А вы хороший. Сыну нужен отец, а я хороший. Костя! Костя! Подожди! Костя! Иди сюда! Ой! Костя! Костя! Быстро! А че террористы? Прячься! Анжелика, прячься! Прячься! Стреляй, дебил! Стреляй! В свою обойму стреляй! Быстро, Костя! Террористы! Все, Анжелика, они ушли, Анжелика! Фу, сраные террористы, все, я видел Мелкий, потом починим. Фу, вы видите, не, я буду плохим отцом, видите, у меня везде каждый день террористы на меня нападают. Ой, нет, короче, все, Анжелика, в общем, вот компромат, запустите, пожалуйста, его в эфир.
запустить завтра в 12 часов дня, чтобы он все в эфир... Ну не... Мелкий, тащи камеру. Хватит уже с этой... вот этой... нянчиться. Тащи камеру. Поставь камеру. Поставь камеру. Какую... Анжелика, вы думали то, что мы вообще как бы... Из какашек слеплены, что ли? Мы настоящие мужики, что я, что Костя. Ну, мелкий еще не мужик, он мелкий. Это значит... Мелкий, держи ее под прицелом. Держи, держи пистолет. Держи под прицелом. Держи под прицелом. Это значит... Всю эту вашу затею мы снимали на камеру. Как вам не стыдно? Это мне не стыдно. Совращение малолетних. Взрослый человек, ну, совращение малолетних, это вам не стыдно. Ну, мне как бы 23 года. В любом случае вы меня совращаете. А что скажут люди, когда узнают то, что главная ведущего центрального канала города жизни ютуберов пыталась затащить меня в койку. И сама же знала то, что у меня есть девушка. Да, мелкий? Нет? А вот что тогда? А? Что скажет ваш сын, когда вы останетесь без работы? Кто будет ему покупать мой мерч, а? Кто? А, вот именно. Мама без работы, сын без моего мерча. А, все записано на камере, все на камере, а камера у меня в кармане. Ай! Слушай сюда. Дуримонда Петровна из телевидения. Здесь есть компромат. Чтобы этот диск с записью завтра ровно в 12 часов по Москве был выпущен в прямой эфир. И чтобы все узнали, кем является мэр. Или же выйдет эта запись в прямой эфир, ну или я выпущу этот видосик на свой основной канал. И все люди узнают, кто на самом деле телеведущая центрального канала. Да, мелкий! Проваливайте, проваливайте, чтобы мои глаза вас больше никогда не видели. Но может вы подумаете... Костя! Сейчас опять террористы прибегут. Не буду я никак... Вот у меня есть уже отец. Вот сын у меня есть. Вот уже. Это мой сын. Там Костя тоже. Как хоть Костя старше, чем я. Все. Костя, я пошутил. Костя, я пошутил. Отдай калаш. Костя, калаш отдай. Мелкий, давай битюню. Отличная работа. Ой, Костя, иди сюда. Иди сюда. Дай калаш, давай калаш. Мелкий, давай пистолет. Идите сюда, идите сюда. Станьте друг с другом рядом. Костя! Может, я не знаю, честно. Может, у тебя склероз или амнезия произошла? Это точно не твой сын? Посмотрите друг на друга. Да, одно ли... Две капли воды! Две капли воды! Вы даже машете одинаково башкой! Вы умеете разговаривать? Умеешь разговаривать? Ладно, все. Иди на пост, иди на пост. Костя, иди на пост. Мелкий, ты со мной. Дурдом. Убери, выкинь водяру, выкинь водяру. Охраннику Степе отдадим потом. Побежали, мелкий, побежали. Насыщенный денек. Костя, охраняй. Мелкий, за мной. Сюда. Ну, да, мне кажется, да, ему это нужнее. Быстро за мной. Ой, короче, мелкий, какой план? У меня есть только один вариант, как можно поджечь статую мэра. Сейчас. Заходи, быстро. Перчик это свой, Да, уйди, мелкий. Сейчас тебе пипу надкусит и все. Так. Смотри, мелкий, это забираем лук, забираем стрелы, это тебе лава, Потопали, быстро за мной, быстро. В этот дом мы вернемся с тобой еще через месяц примерно, ну, когда я вернусь в Новосибирск. Так, это ставим сюда, мелкий, быстро за мной. Короче, смотри, какой у нас план. Как только будет 12 часов дня, еще пока ночь, До 12 часов, я не знаю, ну еще много времени. Но нам нужно с тобой подготовиться. Смотри, какой у нас план. 12 часов она запустит компромат в прямой эфир. А ты, мелкий, знаешь, что должен будешь сделать? Ты должен будешь разлить передо мной лаву, а я через эту лаву выстрелю в ТНТ. Стрела подожжется, и в то же время подожжет ТНТ. Ну и кирдык всему! Но это еще также только кусочек плана. Потому что после того, как все узнают, кто мэр на самом деле, после того, как я выстрелю и подорву всю его... Мелкий, ты дебил! О, собери! Ты сумасшедший! Собери
лаву! Собери лаву! Лаву собери! Лаву, лаву разливать только в 12 часов. Вот так же разольешь ее вот куда-то. Сейчас, подожди, подожди, подожди. У меня ни одного блока нет, подожди. Лаву разольешь, ну, примерно... Сейчас, сейчас, мелкий, сейчас, все, я построю. Подожди, пожалуйста, секундочку. Лаву разольешь, ну... Вот на этот блок, вот туда наверх. Подпрыгнешь, разольешь в воздухе, прыжок, разольешь воду. Вот отсюда, вот, вот отсюда в воздухе прыгнешь, разольешь лаву. Я выстрелю. Остается ждать. Это Дуримонда Петровна там у себя. Диск в руках. Костянчик охраняет ресторан. Мы свергаем мэра. Я беру снайперку. Мы с тобой потом забегаем внутрь. Там пих-пих. Трах-тах-тах. Трах-кирдах. Тра-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Короче, трахов будет... Ну, в смысле, трах-та-та-та... Выстрелов будет много. Тебе вообще лучше глаза закрыть. И тебе тоже. Все, мелкий, сидим, ждем. Следующая серия изменит судьбу города ютуберов. Мою судьбу, судьбу мелкого и твою судьбу. Ставь лайкусик, если хочешь, чтобы следующая серия вышла хоть прям сразу же. Набираем 15 тысяч лайков, в ту же секунду выйдет новая серия. Близятся перемены и большие. Мелкий, ты готов? Нет, вот я не готов. Но война требует жертв. И в следующей серии они будут.